Всем привет! Привет, привет! Я уже готовлю тут вовсю. Время 20 минут 11. Готовлю вовсю, вот своим приготовлю макароны. Сейчас я масло положила. Сереже делаю сэндвич. Это Андрею макароны и шницель подогреваю. Я знаете, что я хочу? Я хочу сегодня... Я сначала думала обратно вернуться на маги. А сейчас поймался на мысли, что что-то я хочу гречку. Хочу. Сегодня взвешивался, вес стоит. Короче, он вот это вот... каждый день я взвешиваюсь, он 4,7, 4,8, 4,7, 4,8. Сегодня 4,9. То есть вот так вот. 134 и так далее, да? Вот. Так что пока стоит. Вроде бы я понимаю, что это хорошо, а в то же время это так бесит. Ой, трактор. Ой, у нас похолодало, кстати, минус 4. После плюс 3, конечно, будет холодно сразу так на 7 градусов, да? У меня настроение вообще на нуле. Я понимаю, что я вас уже за тебя духла, но я не могу никак решить проблему с этим дзеном. Это капец какой-то. Ой, господи. Сменила я сейчас пароль. И меня хлоп и выкинул даже на компьютере с моего канала. Думаю, ё-моё, думаю, то я с телефона не могла зайти, а какое-то время не могла и даже с компьютера. Думаю, ну всё, приплыли называется. Ну, вроде бы, на компьютере я наладила. Но это не точно. Дело даже не в деньгах, потому что там все равно копейки. Но дело просто, не знаю, ну, просто столько усилий, столько времени потрачено, конечно, жесть. С телефоном нет. Я им пишу в поддержку. Они такие, да, мы занимаемся вашей проблемой. Какой сегодня день? Пятый или шестой день уже? Зашибись. Просто проблема вся в том, что я же на отдых брать компьютер не буду. Я туда не смогу ничего выкладывать на дзен. Вот в чем проблема. Если что, в шапке профиля есть ссылка на YouTube. Ой, ладно. Дела делами, конечно. Поставила воду на гречку. Время уже почти час дня, блин. Уже почти час дня. Я еще ни кофе, ничего не пила. Ни чай, ни кофе не ела. Сейчас гречку поставлю, поем гречки. Я тебя вчера засняла, как ты играешь на гитаре. И говорят, побольше пускай играет. Ну, в комментариях написали девушка там. А, вон Майя. Здрасте. Ты разговариваешь? А я же их не слышу. Она вас не слышит. Да, ты же в наушниках. Я ж в наушниках. Все, отварила я гречечку, наложила себе в супницу. Буду кушать. Уже, наверное, скорее всего, обедать. Буду обедать. Хотя Илюха и на больничном... Ой, Илюха. Серега на больничном. Не стала я его отправлять в школу. А что делать? А я не понял логику. Какое вот это? Английским занимаемся. Новые слова. Hungry – голодный. Angry – злой. Hungry – angry. Tired. Тут только 4 слова, а здесь 8. Смотри, в чем прикол. Scared – tired. Angry, hungry. То есть здесь... Сергей перебазировался сюда. Сейчас будет папе читать сказку о потерянном времени. Да, Сереж? Будешь ему читать? Прям так и забиваю. Забиваю в гугле. Читать сказку о потерянном времени. Ты в новую игру начал играть, да, говорят? Ты говорил, я слышала, что ты закачал какую-то новую игру. Какие обои. Ух ты, какие обои. Березы. Да. Они каждый раз меняются. Откуда? Выросли, бля. Кстати, хотела посмотреть, что там строят. Что-то они так резво начали строить, и так как что-то все заглохло, да? Они, вон там кто-то один работает, кстати. Да, один крышу что-то делает. Вижу, вон один чувак стоит тут на крыше. Балки кладет. А почему? Что там? Включилась. Сказка о потерянном времени.
и все время оставал и по-русскому Это Илюха. Вот это Илья. Ага. А, ну там же 2010. Это мы на рафтинг ездили, да. В 2010-м тебя еще даже не было. Вот она, я стою, он, Андрей и Илюха. И по... Ладно, давай, читай. И даже хочу вам показать еще одну фотку с рафтинга. Понятно, что меня сразу видно, да? Это Андрей, это Илюха, а это я. Короче, вот этот чувак был классный. Он такой говорит, что бы ни происходило, самое главное, не бросайте весла. Вы поняли? Да, конечно. Два раза я выкидывала весло. Ну, потому что либо я бы упала в реку, либо весло. Я выбирала всегда весло. Потому что река была что-то там около 8 градусов. Да и потом я же плохо плаваю. И то, что там жилетка, меня это мало волновало, потому что... Я не знаю, я боялась, что я потом в лодку просто не влезу. Поэтому я просто выкидывала весло из-за того, что мне надо было держаться двумя руками. Но все равно было классно. Сейчас сидела, смотрела ТикТок. И что я там увидела? Боже мой, сейчас я вам покажу. Вы увидите. Я бы с радостью такой бы, как тумбочка, комод. Даже не знаю, как это назвать, но я бы себе такой бы взяла. Вообще просто класс. У нас дело движется к ужину. Я своим сейчас жарю мясо с луком, потому что Андрей ест луком. Дети, конечно, без лука ели, но не знаю, посмотрим. Детям макарошки сырные, вот сырный соус. Сырным соусом. А Андрею гречку свою под Андрея. И Андрею с Ильей делаю салат. А Сережа просто так любит. Просто порезала и все. Себе я буду делать салат, я вам потом позже покажу. Своим я приготовила. Теперь буду себе тазик делать. У меня будет салат из 2 половинок огурцов, помидорка и листья салата. И добавлю еще уже вареную свеклу. Вот это будет мой салатик. Ничем заправлять не буду. Просто перемешаю и все. Так. Апали. О, помните, я морковку искала? Вот, смотрите, вот она. Есть, есть. Вот раз, два, три морковка. Есть немного, есть. Листья какие-то красные. Не знаю, что это. Пускай будет, ладно. Вот это вот самое вкусное. Я обожаю, когда хрустит. Я не люблю мягкое. Вкусняшное. Обожаю вот такие листики разные. Класс. Я сижу тут перемешиваю и забыла сказать, что это вот видите помидорка? Знаете, что вот это на ней? Я еще добавила перемолотые семена льна. Семена льна. Я о них что-то тут увидела, их вспомнила. Они же очень полезные. Я думаю, о, надо добавить как раз. В туалет можно сходить. Ну, от свеклы и так сходишь, конечно. Ладно, я перемешу, а то мне одной рукой, конечно, вообще неудобно. Ой, я подумала, откуда здесь кусок сыра? Это вот это вот листья салата. Кочерыжка. Кочерыжка. О, класс. Сейчас как наверну. Я ничем не заправляла вообще. Только добавила семена льна. Все, больше ничего. Соль тоже не добавляла. Боже, это божественно. Это просто что-то с чем-то. Все так клево сочетается. Листочек со свеколкой. И помидорчик вот этот вкусненький. Он как раз такой с кислинкой. Блин, вообще клево. Вот это вкусная еда. А то что-то курица прям. Очень сушняк после нее. А салатик самое то. И калорий здесь, я не знаю, ну сколько, ну максимум 250, наверное, будет. Илья, наконец-то, отвез все учебники в колледж, но рюкзак, как я и боялась, не выдержал. Придется его зашивать. Оторвалась лямка.
А мы его возьмем, потому что он такой вместительный, достаточно вместительный. Сюда можно... Да тут же Серега запихает там свою математику, русский, куртку. Например, это будет Серегин рюкзак. Так что придется сейчас сесть, зашить его.